В Якутии объявили режим ЧС из-за сильных наводнений. Сотни людей были вынуждены покинуть дома. Больше всего пострадал Намский район. В зоне наводнения оказались 16 населенных пунктов. Подтоплены почти 500 домов и более 640 дворовых территорий. Когда в первый день вода пришла, она очень быстро набрала скорость. И в течение 2 часов уже население уже у нас затопило. Вода очень быстро пришла. Мы такое наводнение не ожидали. Мы подумали, что вода не такая уж большая будет. Поэтому, хотя готовились, но было вода очень быстро подошла. Перед эвакуацией в безопасное место отогнали скот. Потом уехали и люди. Сейчас некоторые вернулись, чтобы оценить ущерб. Придется нам все это ремонтировать, заново все сделать. Купить материалы надо нам. Но сейчас, в данное время, мы знаем, что все материалы очень дорого стоят. Ущерб большой. Очень большой ущерб. Вместе с потеплением на реках в Якутии начался ледоход и уровень воды повысился. На реке Лена в зоне наводнений находятся Якутск, а также Кабяйский, Мегино-Кангаласский и Намский районы. При этом сохраняется риск повышения уровня воды. В Намском районе работают более 380 спасателей. Они эвакуируют людей в пункты временного размещения, помогают отгонять скот и укреплять дамбы.